Хай, дорогие друзья, всем здорова, с вами на связи Так, с нами сегодня Филиппины, Димон Дизари, и сегодня у нас битва аукционеров в GTA 5 на Радмире ролеплейном сервере. Йоу-йоу-йоу. О, шакрэйзи. Короче, у нас есть три замечательных скутера, которые мы сейчас, собственно говоря, заводим, отправляемся на авторынок, ну я так поеду, ладно. Короче, отправляемся на авторынок, покупаем какое-нибудь топовое корыто, потом устраиваем гонку, проигравшая дает тачку победителю сразу, сегодня, в первой серии. У нас есть где-то плюс-минус по ляму долларов, и нам должно этого хватить, чтобы выбрать нормальную тачку. Короче, погнали, let's go. Ну что, господа, мы почти приехали, ну, знаете, давайте, наверное, начнем гоночку, а? Какую На скутерах, да, братан, на скутерах. Ребята, я вас выиграю, знаете почему? Потому что я знаю секретный баг. Да, какой? Я тоже знаю, братан, что ты мне тут рассказываешь? Этот что баг, кстати, и сампа не работает, если что, да, понимаете, Алексей? Нет, а в чем смысл был гонки? В том, что ты даже просто крикнул, типа, пацаны, я поехал и уехал, типа, все? Так, подъезжаю к авторынку, ребята, у нас падает FPS. Это необычная ситуация, как бы вы думали. У меня карты нет вообще, пацаны. Это реально столько народу здесь? Тут девяточки всякие продают. Короче, ребята, я поставлю скутер за забором, чтобы никто не видел, что я приехал здесь на скутере, типа, ну, чтобы не отвлекать там. А это все вообще классные вообще машины здесь или только высокие? Почем продаешь? Нет, тут вообще все продают сразу. Вот это шок. Алло, салют, братишка. Почем машину продаешь? Салют, чмо. Да поднимите меня кто-нибудь. Алёша! Мне за ляма дай 100. Тебе нужна гангстерская тачка, бери факшн. Не-не-не, иди в сраку с ним факшн. Пацаны, поднимите меня, кто-нибудь я встать не могу. Нормально, гангстерская машина с гидравликой, ты чё, давай. Блять! Показывай! Стой, давай. Чё, покажи, какая у тебя тачка. Вон, пойдем. Ну пойдем. Какой-то странный ты, конечно, на вид, но ладно. Покупай топовую тачку. Почем? Продаете, может? Да, она да, в да. Салоне 2. За сколько? У меня ЛЯМ есть только. Сколько? За ЛЯМ продашь? Фул тюнинг. За ЛЯМ мало, да, чё. Да, да. Ну я ладно. Не получилось, ребята, уговорить чувака. За ЛЯМ, говорит, мало. Чей Мерседес? Почем твоя Ешка розовая? Чё? Сколько Ешка твоя стоит? Перепаркуй её, пожалуйста, по-нормальному. Кто она мешает? За 1100. Давай. У меня 1 068 000 есть. Что творишь, петух? В принципе, слушай, это... За 1 050 000. Сейчас я перепаркую сейчас. 1 050, давай, давай, братишка. Можно ручку пожать с тобой? 202, 202, давай, давай, давай. Сколько, 450, да? Твою мать, 1 050 000 за Ешку, за твою розовую. Спасибо. Блин, ну салон там классный, у меня такой же салон. Давай, покупайте гангстерский факшн. Давай, за 1 000 000. А 1 100 000 давай. Да у меня нету 100 000, у меня только 1 000 000. Да, ну да. Предлагай за 1 000 000. Чё происходит на этом рынке? Я не понимаю. Ребята, какая-то дичь. 1 050 000 хотя бы. Давай, давай, предлагай. Ну чё, предлагаешь ты, нет? Предлагай мне тачку. Я надеюсь, я нормальный выбор сделал. Ешка. Какая у него, АМГ хотя бы? Да, АМГ. Неплохо. Предлагай 1 050 000. Не, ну пацаны, вы слышите? Мне рынок нравится. Так, я приобретаю. Так, принять. Так, Mercedes E63S. 213 кузов. Принимаем. Жалко, цвет розовый. Так, а я купил или нет? E63, там сколько места? 4 или 3? Я купил или нет, ребята, в итоге? Я так и не понимаю ни хрена в этой игре еще до сих пор. Я купил или нет ее? Не понял ни хрена. А я купил у тебя ее? Покупайте гангстерский факшн. А как сесть-то я? Почему не могу сесть? Нормально. Так, почем брать, продаю? О, Максим все еще там. Два места. А, вот, да. Это моя тачка, ребята, офигенно, все, я купил, я разобрался. На L закрыт, тут никаких команд же просто нету. Покупай гангстерский факшн. Так, я купил автомобиль, ребята, давайте посмотрим сразу на авторынке. Я уберу чат, чтобы ничего не мешало. Не, ну топчик, не, ну жир, да ведь? Не, ну хорошо, прям бурмистер, музыка, 3D. Двойной панорамный люк, офигенно. Бурмистер здесь, колоночка, офигенно. Подсветочка синяя, ё-моё. Так, правда, кстати говоря, дрифт-мод активирован. Ну неплохо, неплохо, внутри прям классно. Продам дом на пляже. Вы слышали там, как Максим? Эй, йоу, сайлент мэн. Мне кажется, он сейчас обосерится там. Короче, Ешку взял солидную. Прям хорошую, но S-купе это прям вообще машина. Просто пушка-бомба. Димон, ты что, мэр взял? Да, это я вижу, тоже мэр взял, да? Да. А где Максим? Мэрс покупает, наверное. Если что, мы, ребята, общаемся через голосовой чат. Максим сказал, все, мьютимся, уходим, покупаем тачки. Но на самом деле здесь настолько охренительный голосовой чат, что мы можем просто снимать видосы внутри игры. Здорово, Ешку! Я хочу вот эту... Мама, я хочу, возьми меня! Гангстерский факт, 73, покупайте. Максим какую-то Ауди хорошую там себе нашел. Господи, аминь. Да не обидите. Нормально, нормально.
Голосовая помойка. Здесь у вас. Ну, Максим там жжет, короче. Кора, я так понял. Я выезжаю нахрен с этого рынка. Так, мне кажется, да, это Максим выехал в режет. Здорово, пес! 70 тысяч дали. Нормально. Куда он поехал-то? А ну стоямба. Это что с машиной у него такое? Ребята! Он врезался! Ты куда урвал-то, я не понял. Саша, зайди в Дискорд. А зачем? Мы и так нормально общаемся. Да пошел ты на. Не, ну чё, ребята, напишите в комментариях, как вам тачка. Это Максим, походу, приехал тюнинговаться, так. Здорово, шалом, ёп. Давай я уезжай сюда. Это мой авторынок. Я тоже хочу затюнинговаться. Да хоть что, ни хрена не получится. Мне чё, за ремонт придется отдать? 408? А, нет, не придется. Покраска. Ребята, вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы можем цвет выбирать по принципу RGB. Охренеть. Вот это пушка, можно такие цвета сделать, ой. Ребята, надо выбрать какой-нибудь медный, оранжевый, зеленый, кислотный, офигительные цвета. Матовый. А, металлик можно, ой. Можно цветной хром сделать, офигеть. И это недорого всего-то стоит, обычный металлик. Не, я хочу матовый. Я хочу матовый, ребята. Я хочу, чтобы у меня была ешка матовая. Нужно какой-нибудь вообще сочный цвет выбрать. Я прям красную, наверное, сделаю, ребята. Никогда не получалось настолько красных тачек у меня, наверное, делать. Но я сделаю супер, сука, красную тачку. Так, а это что, дополнительный цвет? Но он нифига не означает, да? Не, ну, ребята, пускай будет красный, а? Ну, просто офигенный цвет. Ну, и зеленый тоже был хороший. Но красная, фиолетовая, ну, что-то я не знаю. Тут прям такие сасные цвета. Ребята, здесь можно шоу, те, что у нас были в GTA, делать в разы лучше, потому что теперь тачки красятся офигительно. И у нас просто Mercedes, Mercedes Ешка 213 кузова, это офигенно. Так, давайте посмотрим, какие компоненты я вообще могу себе поставить. Так, двигатель. О, так я ж могу улучшить его, да, теоретически, да? Ну, давайте сделаем это. 12 косарей. Нет, четвертое улучшение поставим. А модификация-то уже установлена, ребята. Это уже мне нравится. Модификация тоже установлена. А турбо есть у нас? Сколько стоит? 8 тысяч! Она тоже установлена, поэтому, блин, я купил же бушную тачку, и значит, чувак, скорее всего, уже установил эти детали. А компонент стандартный, ксеноновый, ну, я думаю, что как бы вам и так известно, что тут не только ксеноновые, а еще и диодные фары. Это нам не нужно. А вот колеса мы можем поменять, кстати говоря. На это нам хватает денег. Или нет? Я вот сейчас от цен немного охренел, да? Нам хватает, да, как бы на какие-нибудь колеса, но непонятно на какие. Вот. Чисто мерседесовские колеса. Или да. Вот, вот эти даже лучше будут, на самом деле. Очень похожи на стандартные мерседесовские. Но стандартные не перекрасить, а эти-то мы перекрасим. Да, мы их перекрасим. 16 косарей, короче, я купил. Все, найс. Покраска, так. А теперь мы можем, скорее всего, цвета 2 выбрать, да? А, в смысле, диски теперь всегда черные, да, я так понимаю, будут? Ага, интересно. Интересно, к такому меня жизнь не готовила. Покраска, ну, офигеть. Офигеть, ребята, я-то рассчитывал. Ну ладно, мы в любом случае купили диски, почему бы и нет, да? Компоненты, колеса. Да, но они не красятся. Они, сука, не красятся. Капец, диски не красятся. Ну ладно, в любом случае выезжаем, мы сделали, что могли. Теперь наша Ешка уже выглядит как настоящая тачка. Кстати, нужно ее починить за 400 баксов, заехать обратно. Потому что не очень она неважно выглядит. Немножко побитая. А я хочу выглядеть на все 100. На все прям 100. Все, мы починились. Чё говоришь? А то что-то мы на гонку договаривались. Да, ты гоняться за мной хочешь? Естественно. Ну давай попробуем, раз. Подожди, еще там какая-то Ауди черная была. Да, это забей хрен, я с тобой хочу погоняться. Так куда едем? А прямо просто. Да, не, ну прямо если... Давай, готов? Готов? Раз, готов. Два, три, погнали! Все, до свидания, пацаны. Блин, ну неплохо у меня Ешка-то валит на самом деле. Главное Максима победить и Димон. Ну Димон-то понятно уже. Димон там купил хрен пойми что. Я не знаю, как он вообще из этого что-то сделает. Но какой цвет просто, какая тачка, а? Какая детализация, как тут классно. Я просто офигеваю. Чат бы я еще убрал лишним. Ой, я сейчас быстрее еду. В смысле, ты только приехал, я уже давно тут стою. Так а я там врезался, он посмотри на мою почти. Да ладно, давай еще раз заезд, ты что меня обманываешь? Да, это ты обманываешь. Ну давай на счет 3, на третий гудок точнее. Я гудка не услышал, ну ладно. Ха-ха, какой самоуверенный гелик у нас попался. Нет, он не догоняет. Нет, не получится. Ни хрена. Ни хренашеньки. Куда ты идешь, твою мать? Обогнал в итоге. Офигеть. Нет, ну там не, ну в конце, да, в конце дернул. Ладно, ну, я поехал. Ладно, ничья. Я поехал с пацанами, короче, дергаться на бабки. Ну чё, ребята, вы купили автомобили, вы справились с задачей, вы потратили свои бабки.
Мы выстроились в флаг немецкий, понимаете? Молодцы, сосут концы, как говорил мой дед. Ну а вам я рекомендую, ребята, порекомендую показать свои машины. Открывайте на буковку L свои корыта, и я посмотрю на них. Слушай, давай-ка вот ты свое корыто включишь. Присаживайтесь. Подожди, как немецкий флаг так же выглядит? Подожди, мы, по-моему, немецкий флаг. Я не помню, кстати. Но там явно вот эти цвета. Вот эти явно цвета, ты прав. Слушай, в смысле, что над чем вы там угораете, я не знаю, но вы посмотрите на мой салон. Радио выключить, сударь, можете, пожалуйста, а то уши бьет. Я как бы не могу, да, кстати, вот. Q зажмите. Не могу, они работают. А, или я не вижу интерфейс, потому что лол. Слушай, ты какую-то дорогую машину купил, зачем? В смысле, зачем? Как тебе такая тачка? Ешка, 213. В салоне подсветка есть, бурмейстер 3D максимальнейший за 600 косарей, которая опция стоит. Вы посмотрите просто, сколько здесь всего. Ой, сразу купил Мерседес, теперь шарит за все, да? Вот, да. Да. Руль у нас дорестайлинговый, короче, как у меня на Ешкино купешной. Вот, справа у нас, собственно говоря, только подогрев сидений. Почему-то там нет вентиляции, но кнопка другой херней занята. Память сидений. Вентиляция — это вообще отдельная тема. Я сам интересовался, почему нету на, казалось бы, жирных вообще комплектациях этой темы. Сиденья. Вот тут вообще, видишь, стоят ковши. Все, это минус. Это сразу минус продув очка. Точно, точно. Поэтому дизлайк. Дизлайк твоему автомобилю, все. А что будет потеть? Так, ладно, давай садимся в твое. Димон, кстати, не присядет. Димон не присядет, она же у тебя купешная корыто-то двухместная. Нормально, зато. Корыто купешная. Ну сзади. Не, сзади есть место для собаки. Так. Залезай. Дима, там есть место для тебя. Нет. Дима обиделся, он бандит. Так, я пока что смотрю на твои цепи. Да, конечно, Максим. К стилисту сходил, так ты это, да, короче, позвал нас, не дал нам сегодня даже переодеться нормально. Мне обидно единственным моментом то, что у вас хотя бы добавленные, то есть машины у тебя получается. А, так у тебя что, стандартная GTA-шная? А это стандартная GTA-шная. Она смотрится реально очень-очень правдоподобно и как будто казалось бы Audi, да? Да, я что-то думаю, как это Audi странно. Ну давайте к Димону присядем, я к нему. Сказать, что... На вот это место сяду. А что вы думаете по поводу моей машины-то в итоге? Чё это? Классная турбо, пушка, гонка, посмотрим. Она купешная, она стилевая, гоночная. Но у меня-то, ребята, и бизнес-седан, и некрасивая, да. Она и Мерседес, и телки ведутся, и она еще едет. И миллион я за неё сейчас отдал. Пацаны скажут нормальные, вот тебе кабан, ёпта. Вот некруха, пацаны, старая, вы что думали? Тупо V12. Я сел сзади на место босса, ребята, неспроста. Тупо да ты себя посмотри, типа обернись сзади назад, посмотри на Лёшу и скажи слово «босс». Да не надо вы обо мне так, не судите строго. Какая шаха чисто. Да не, похож я на босса. Подожди, Димон. А ты в бронежилете, мой охранник как раз. А ты в кожане в какой-то дешманской, мой водитель. У тебя 140 тысяч пробега там. Дай глянуть, дай я за руль сяду, пожалуйста, Димончик. Слушай, нормально, я бы взял даже такой в хорошем Димон. Состоянии. Димон, Он фуловый, кстати, я купил его фуловый. Но у тебя, и чё, смотри, у тебя есть даже память. 140 тысяч пробега, да. Плюс 55 градусов Фаренгейта. Итак. А у меня так, сейчас есть просто история, которая, конечно же, всем интересна всегда. Старый кабан против, конечно же, нового юнца. Или же Ауди. Тупо Ауди, как бы, знаешь, она вот между булок встала, но как бы, типа... Ну давайте встанем мы не между булок, а на трек-линию и поедем. Ну сверху вид вот сделай и посмотри, как вот этот Мерседес просвечивает панорамная крыша. Это просто топчик. Ну, сука, охрененно ведь. Ладно. У меня тоже люк. Давайте есть, на третий гудок, ребята, готовы вы? Давай. Да. 3, 2, 1. Опа! Опа! Парни, Audi Sport! Audi Sport просто. РС-ка. Понял? Ты меня понял? Я не слышал. Происходит, алло, ребята. РС-5 просто всех сделала, по-моему. Че, блядь, а вы объясните мне реально, почему так получается? У меня АМГ Мерседес и какой-то корыто в итоге, что ли? Ты сколько отдал за свою тачку? Я отдал 460 тысяч, по-моему. Вам сказать, что я отдал за нее миллион? Серьезно? Я купил за 540. Не-не-не, тут есть обратная сторона медали, потому что у меня тачка именно GTA-шная, у вас же она аддоновская. А я пытался установить турбу, двигатель, мне пишет, что уже установлено, но на самом деле типа нет. У меня тоже все было установлено. А может и было. Не-не, бро. Я, скорее всего, думаю, что не отштриховали еще до финальной какой-то. Мне кажется, да, но просто она должна была ехать очень рядом с тобой. Но это был драг рейсинг. Это был драг рейсинг. Мы выяснили, что у тебя большая акселерация, у тебя быстрый разгон. У тебя. А кстати, у меня же задний привод, да. Ребята, у меня полный стопудово. Гонка должна быть по городу.
чтобы выяснить, кто настоящий true водитель. О, да, 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 да. Так что давайте. Поехали, поехали, поехали сразу в городскую гонку. Ребята, мы поставили отметку на карте, и сейчас прямо начнется гонка. Пацаны, ну что, вы готовы? Подготовились? Конечно, гонка у нас будет до обсерватории Гриффита. Сейчас не просто гонка, мы просто так играем. Давай. Победитель забирает все проигравшие. Все? Да. Мысли. То есть победитель получит две машины оппонента. Пацаны, а вы знаете, сколько машин можно иметь? То есть ты купил тачку за 400, которая едет, сука, быстро. У Димона вообще за 500, а у меня за 1 000 000. Ты купил дешевую тачку и хочешь заработать вообще дохрена денег? Ну, посмотрим, посмотрим. Я всеми силами, правдами и неправдами буду мешать и не давать тебе доехать. Потому что гонка... Я не хочу бросать свою тачку. Нет, давайте хотя бы после... Давайте проигравшие дают победителю, а второй, кто приезжает, ничего не получает. Не-не, Лёха, Лёха, ты вообще самый хитрый, понимаешь? И это я отдам машину Максиму, как бы. Ну, сука! Так, всё. Сейчас приедем, там решим, короче. Ну это жесть, это жесть. Давайте, давайте. 38-19. Раз, два, три. Поехали. Блин, я ВКонтакте сидел, еб твою. А куда Максим поехал, Не по навигатору. А можно, можно же ехать не по навигатору, нет? Сука, сука, самое, сука. Знаете, что страшное, парни? На миникарте ты не видишь, короче, где твой оппонент. Да, это стрёмно. Не знаю. Так, меня занесло, я говорю, это вы? Вы мне не друзья больше. Уйди, ты откуда появился? Шалом, ёпта. Шалом, Шанхай. Самое бесящее, это когда подлагиваешь, еще у тебя оппонент вперед вырывается. Пацаны, у меня Мерседес, я не лох, но, пожалуйста, дайте обгоню. Давай, 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 Максим, едь, 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 топи, 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 да, Леха. Да, да я еду, ну что, что такое? Леха топит, там? Леха топит как может. Леха, блядь, где Леха? Леха, а где Леша, подождите? Леша едет просто прямо, он не стал поворачивать. Короче, надо, блин, надо налево повернуть, кажись. Давай, 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 мало Леха. Пацанам, Леха, мало Леха пацанам. Выиграет. Леха не зря 1 000 000, сука, отдал. Я не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, серпантины, 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 ны. То как ты движешься? Какие серпантины? Такие вот. Давай. Чего? Давай. Не может быть. Я к серпантинам только подъезжаю. Сербандинам. А вот Максим едет! Йоу, стой! Вы где едете? Стоп! Вон, Максим, Максим, да стой, стой, стой. Да тут каждый как можно так едет. Можешь врезаться куда-нибудь, пожалуйста, я тебе сотку дам на киви. Скину, блин. Подожди, 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 подожди. Бля, кому-ка, да чё ты? Я еду, я еду, я, кажется, выигрываю вас, пацаны. Сука! Давай! Ты чё, доранишь меня? Димон, ты пощади уши мои. Сука, Мерседес, я тебя ненавижу, черный, ненавижу Мерседес, Мерседес. Давай, 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 давай. Я не понимаю, где кто. Я уже на подъезде, на финишной прямой. Лех, да не может быть. Да может быть, вот я уже вижу купол обсерватории. Да меня Максим столкнул, так нечестно, это на НЛП. Я рядом, я тоже рядом. Я вижу купол обсерватории. Не может быть, да ладно, что мне за дорогу выдало? Я подъезжаю, пацаны, я подъезжаю, я уже близко. Я жду ваши ключи. В смысле? Стой, как? Стой, стой, давай проигравший отдает все-таки. Я в обсерватории, только, блядь, с другой стороны, ебать, объехать надо. Подожди, я не понял. Так, стой, как так произошло? Я поехал прямо, а ты поехал налево, когда ты обогнал меня, помнишь? Так. Вот. Я поехал прямо и сразу выехал по прямой на серпантин. Я смотрю, да, тут реально дорога, вот ты, короче, ты прямо поехал, там нормальный ровный участок. Там ровный участок, и потом просто кривые повороты. А тебя повело налево через кривые дороги, еще через 1 000 000 кривых серпантинов. А у меня более прямая кривая дорога. Убить Леху, короче, и забыть о всем, да, нормальная тема. Хороша идея, хороша. Короче, Леха, ты это ничего не получаешь. Очки! Ты получаешь пизделей, мы уезжаем, валим отсюда. В смысле? Ключи сюда. Все, до свидания. Все, валим, валим, валим. Че, дебилов что ли нашел? В смысле, вы че? Сука! Где мои 400 и 500 тысяч рублей? Ой. Переписывайте имущество, стойте. Все, 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 я его не знаю. Давай, давай гуляй, Васек, все, давай, до свидания. И друзей ВКонтакте, все. Ох, вы какие! Короче, вы все равно... Спасибо всем за просмотр, вы все равно в долгу у меня. Битва. На киви скинете деньги мне. Заходите, играйте вместе с нами, вводите наши промокоды и всем адьос, амигос, гайс. Пока, пока, пока. Не забывайте заходить на сервак, да-да-да. И да, реально, вводите наши промокоды, чтобы у нас были бабки. С вами со всеми бы сексом занялся, все, пока. Ух ты. Хорошо.